Огонь на дороге. Яркое зрелище сегодня можно было наблюдать на пересечении проспектов Беляева и Московский. Возгорание произошло в автомобиле Volkswagen Passat, который направлялся в сторону проспекта Мира и остановился перед светофором. Из моторного отсека машины сначала повалил дым, а затем появилось пламя. Справиться с ним самостоятельно водителю не удалось. Потушила огонь прибывшая на место пожарная бригада.